безопасность и на земле, и в воздухе. На Рощинском полигоне стартовал военно-технический форум «Армия-2021». Свыше 50 образцов военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире. Зенитно-ракетную систему, тяжелую самоходную гаубицу, танк-бронетранспортер, боевые машины пехоты и другую военную технику можно увидеть в ближайшие 3 дня на военно-техническом форуме «Армия-2021». Желающие могут примерить на себя роль пилота, танкиста, посидеть в кабине бронетранспортера. Но самое пристальное внимание посетителей форума было приковано к боевому бронеавтомобилю «Линза». Впервые на форуме «Армия» представлены бронеавтомобили «Линза». Они предназначены для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя. Такая бронированная скорая массой свыше 15 тонн защищает от пуль и осколков. На форуме «Армия-2021» можно увидеть не только боевую технику, но и оценить навыки военнослужащих. Здесь на полигоне для зрителей подготовили в том числе форсирование водной преграды, практические действия военнослужащих. Впервые мы здесь на полигоне предлагаем, ну, безусловно, будем учитывать подготовку, возрастные параметры, а также кто раньше служил в армии, есть офицеры запаса, солдаты, сержанта запаса. Все с великим удовольствием попробуют свои навыки, которые они получили ранее при прихождении военной службы. Мне понравились самолеты и танки, и вот эта вот пушка. Я на свет посмотрела и хочу быть военным. Форум продолжит свою работу в течение 3 дней до 28 августа включительно. Ждут всех здесь, начиная с 11 утра. Вход свободный. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.